Нарушены сроки предоставления муниципальной услуги. К такому выводу пришли прокуроры Ленинского района в ходе очередной проверки. Было установлено, что в июле этого года от жителя города в мэрию поступило заявление о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земли для строительства административного здания. Согласно регламенту, общий срок предоставления данной услуги составляет 90 дней. Однако ждать пришлось на несколько недель больше. Такое промедление сорвало заявителю сроки строительства. Подобные обращения о нерасторопности муниципальных властей в прокуратуру поступают достаточно часто. По данному факту прокуратура района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 3.5 закона Ивановской области об административных правонарушениях. По результату рассмотрения данного постановления мировым судьей судебного участка номер 2 Ленинского района города Иваново виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1000 рублей.